Привет, друзья! Итак, у меня в ремонте Volvo T5. Ремонт бока. Ремонт не маленький, поэтому будет показан в трех видео. Двери, порог, стойка меняются, остальное делается. Итак, первое видео — ремонт заднего крыла. Вот так оно немного помято. Ремонтировать буду при помощи споттера. Начнем. Сначала вытягиваю арку и делаю ее форму. Зачем защищаю краску до металла в тех местах, где буду работать с поттером? То есть практически все заломы, чтобы приварить змейку либо другой инструмент. Итак, зачистил, нарисовал кантик. И привариваю споттером змейку на кантик и на два заломчика, таких довольно-таки немаленьких. Затем вытягиваю их и простукиваю. Весь мятый металл вытягиваю, поднятый простукиваю. Ну что, ремонтирую. Thank you.
Итак, ремонт заднего крыла идет к финишу. Смотрите продолжение ремонта Volvo. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Пока. Подписывайтесь на мои новые видео.